Добро пожаловать в сказочный мир Кыргызских гор. Место, на котором я стою, называется Барскаун. Это грандиозное по своей красоте ущелье привлекает множество туристов, в том числе и нас. Добро пожаловать! Ущелье знаменито своими водопадами. Один из наиболее известных – слезы Барса. Многие мелкие речушки, впадающие в реку Барскаун, золотоносные. И в солнечные дни маленькие крупинки золотого песка сверкают у их берегов. Говорят, что кристально чистая вода, срывающаяся со скалы, целебна и является напитком долголетия. Место изобилует арчевыми лесами. Гигантские жители давно облюбовали эти края. Прогуливаясь в этих горных лесах, чувствуешь себя совсем крохотным созданием, а воздух пропитан свежим ароматом хвойных деревьев. На рассвете можно увидеть местных обитателей, разных животных и птиц. Люди сюда часто приезжают целыми семьями, чтобы отдохнуть от городской суеты и насладиться аурой гор. Через Барскаунское ущелье проходит автомобильная дорога на перевал Кумтор, где добывают золото. Месторождение Кумтор является одним из уникальных в мире месторождений залежи золота. По последним данным, оно содержит 731 тонну запасов золота. Когда-то эта дорога была одной из веток шелкового пути. Сегодня это главная дорога, ведущая к золотому руднику Кумтор. Недалеко от этих гор, в низовье реки Барскаун, в 11 столетии родился ученый Махмуд Аль-Кашгари, также известный как Барсхани. Он известен как автор первого сравнительного словаря тюркских языков, который он написал, пока жил в Багдаде в 1072 году. Кстати, в его карте мира Барскаун находился в самом центре. Есть и другие интересные памятники. По дороге можно увидеть советский грузовик, водруженный на платформу, и бюст Юрия Гагарина в честь того, что он отдыхал на южном побережье Иссык-Куля после своего исторического полета в космос. Местные жители охотно рассказывают, что именно в эти красивые места было решено отправить первого человека, который полетел в космические просторы. На востоке, в горах, располагается территория, называемая Ситтир – высокогорная холодная пустыня. Если вы летали над облаками на большом самолете, сидя у окна, то вы знаете, как это – наблюдать за красотой бескрайнего неба. Находясь здесь, можно испытать подобное, как сквозь пушистые облака светит солнце. Небо простирается настолько вдаль, насколько может и не может видеть мои глаза. В такие моменты реален тот факт, что Всевышний очень близок к нам, ко мне и к тебе, мой друг. Так говорит Господь, искупивший тебя и образовавший тебя от утробы матери. Я Господь, который сотворил все. Один распростер небеса и своей силою разостлал землю. А надеющиеся на Господа обновятся в силе, поднимут крылья, как орлы, потекут и не устанут, пойдут и не утомятся.